праздник начался с эффектного лазерного шоу. В зале городского театра собрались представители самых творческих профессий. Музыканты, певцы, театралы, хореографы, библиотекари, педагоги, руководители учреждений культуры. Эти люди сохраняют для будущих поколений традиции и культурное наследие страны. У нас по району в течение 2017 года прошло более 8000 мероприятий. И те отдыхающие, которые к нам приезжают, они уже привыкли, что здесь не просто отдых, здесь еще, как я сказал, праздник. Я хочу поздравить с праздником всех, кто в зале, всех, кто на сцене, всех, кто за кулисами, всех с праздником, счастья, удачи, спасибо вам большое! Торжественную церемонию продолжило чествование лучших из лучших. Шквал оваций вызвала новость о том, что директору Анапской детской художественной школы Сергею Сахно присвоено звание заслуженного работника культуры Кубани. Почетными грамотами и благодарностями Министерства культуры Краснодарского края, главы Анапы и председателя совета города-курорта наградили как действующих работников, так и ветеранов отрасли. В 1977 году я переехала из Волгограда. Совхоз ЖМТ был. Взяли меня завклубом в Цибанабалку. Вот я там проработала 25 лет. А потом ветерану присвоили мне совхоз ЖМТ и забрали меня в ЦНК «Родина». Там я проработала 15 лет. Работаю уже 14 лет. Я люблю детей. И мне нравится видеть результат их успехов. В принципе, они мне каждый день дарят радость. Я с детьми нахожу больше, лучше вообще язык, чем со взрослыми. Мне с детьми нравится. Особо тепло гости и зрители праздника приветствовали начальника управления культуры Марину Мельникову. Накануне она стала победителем краевого конкурса профессионального мастерства «Жизнь моя культура» в номинации «Лучший руководитель управления культуры муниципального образования». Конечно, это не моя заслуга. Это заслуга нашего большого, дружного, профессионального коллектива. Это ваша заслуга. Давайте поаплодируем всем нам. Спасибо вам. Праздник прошел в атмосфере добра и взаимопонимания. Вокальные таланты Анапы подарили зрителям творческие номера, а завершился вечер концертом легендарного Биг Бена имени Георгия Гороняна. Руслан Душевский, Анапа регион.